Транквилизаторы – препараты психоседативного, успокаивающего действия. Они применяются для лечения невротических и неврозоподобных состояний. Неврозы – группа функциональных психических заболеваний, развивающихся в результате длительно воздействующих психотравмирующих факторов, эмоционального или умственного перенапряжения. Я ехал в автобусе, вдруг почувствовал, что мне не хватает воздуха, как будто бы стало душно. Меня очень сильно забило сердце, почувствовал это. Вот какой-то страх, что я умираю. Голова какая-то вся забита мыслями разными, все болезни. Вот все время думы какие-то, страхи. Но прежде чем транквилизаторы, как и любые другие лекарственные средства, поступают в клиническую практику, они проходят долгий путь тщательных доклинических испытаний. Поиск новых психотропных средств, изучение их свойств и возможных механизмов действия проводится в условиях эксперимента на животных. В этом фильме вы познакомитесь с некоторыми методами оценки психотропной активности препаратов. Наиболее специфичные для изучения транквилизаторов – модели конфликтной ситуации. Эта крыса длительное время не получала воду. Удар электрического тока создает конфликтную ситуацию. Пить хочется по-прежнему, но страх не позволяет животному приблизиться к воде. Это состояние устойчиво. Вводим транквилизатор и наблюдаем за поведением животного. Страх подавлен. Удары электрического тока теперь не отпугивают крысу. Еще один вариант конфликтной ситуации. Спасаясь от ударов электрического тока, подаваемого через пол камеры, крыса быстро находит безопасное место на скамеечке. Усложним эксперимент. Крыс две, а скамеечка одна. Возникает конкуренция за спасительное место. Введение транквилизатора оказывается, что на этой скамеечке можно ужиться и вдвоем. Способность транквилизаторов нормализовать поведение в условиях конфликтной ситуации коррелирует с их анксиолитическим действием. Влияние транквилизаторов хорошо выявляется в опытах с воздействием неожиданно возникающего раздражителя. Крысу обучают находить правильный путь к поилке в лабиринте. После нескольких пробежек навык закрепляется. В привычных условиях крыса безошибочно находит путь к воде. Внезапный яркий свет тормозит активность животного. После введения транквилизатора яркий свет уже не пугает крысу. Таким образом, транквилизаторы оказывают отчетливое нормализующее влияние на поведение в условиях конфликтной ситуации,
и при воздействии неожиданного раздражителя. Известно, что большинство существующих транквилизаторов обладает мышечно-расслабляющим действием. Этот эффект транквилизаторов можно исследовать на модели вращающийся стержень. Интактные животные без труда сохраняют равновесие. Этим методом хорошо выявляется состояние физиологических систем, участвующих в регуляции мышечного тонуса движений. Транквилизаторы расслабляют скелетную мускулатуру, нарушают координацию движений, это наиболее отчетливо проявляется при их введении в больших дозах. Транквилизаторы широко применяют не только в клинической, но и амбулаторной практике. Они уменьшают чувство напряжения, беспокойства, тревоги, страха. Однако в связи с мышечно-расслабляющим действием, а также снотворной активностью, их не следует назначать представителям профессий, требующих точной координации движений и повышенного внимания.